громко работал телевизор в зале очень, поэтому вот такие вот небольшие помехи. Между тем, эти дохнут нормально. То есть, в принципе, ты как все как всегда, стреляешь в голову или еще куда-нибудь, он. Это, наверное, не понимает, что тоже не дохнет. Ай. Лучше не останавливаться, потому что сопротивление у них не хочу умирать. Ну ты прекрати по мне лупить, я тебя стрелять не стану. Да, можно вот так вот прям просто встать и все. Уровень сложности влияет только на урон. На самом большом уровне сложности я все-таки, кстати, попробовал. Кавалери становятся практически непроходимыми. А, в принципе, этих чуваков завалить не становится. Акриды, кстати, да, они становятся намного жестче. Что это случилось? Типа у меня граната, что ли, взорвалась? Ай, вообще можно овощить как это. Ну лучше все-таки брать автомат. Ладно, все, походу мы справились. Просто пробежали и все. Блин, ну это скука, конечно. Главное. Надеюсь, сейчас будет главарич или что-то типа того, и это будет интересно. Потому что в конце обычно всегда главари и прочее. Класс. Заставка какая-то очередная. Так, база их не похожа. А, да, там будет главарь, точно, я вспомнил. Будь осторожен. Хорошо. Всю игру она нам только и делает, что говорит, будьте осторожны. Ну, еще в нескольких моментах гонит на нас. Ну, видать, у бабы ПМС. А тут, наверное, самый крутой. Чак Норрис. Видать, да. Огонь! Огонь! Так, что-то трясется. Надо бы энергию пополнить. То не то, что мало. Маловато, блин. Это, по-моему, можно выстегнуть. А, этого выстегнули, а тот, наверное, все-таки будет скриптовый. Вообще в доску скриптовый, причем. Ай-ай-ай-ай-ай. Ай-ай-ай-ай. Твою мать, чё я с тобой вообще цацкаюсь? Ёбаный тупая дурель. Давайте еще одну такую. Буш теперь знает, все плохо вести. Включение. Инициализация. Давай, вставай, блин. Твой мага. Клиторная пушка. Говно одно. Так, стоп. Подобрать нормальную вещь. Включение. Вот теперь можно. Ну что вы стоите, ждете меня? Так, нужно отжать вон эту херню у них. Нет, здесь самое мало. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Быстро жмем на Е, быстро жмем на Е, на Е, на Е. О, давай, 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 давай. Вот так вот. Синхронизация завершена. Инициализация. Так-то бегать неплохо. Огонь!
Ой, чуть взорвалось. Не тормози, твою мать. Только не только. Кажись, дофига кому порвали задницу. Я даже сяду, ну ладно. Надо еще оставить эту штуку. Вообще непонятно, блин. Пиццу, видать, надо опять съесть. Ага, потрясающе, она еще не выкинула никого нафиг. Что за херня происходит? Давай залази, блин. Что-то жопа вообще полная какая-то. Блин, только начинаешь привыкать к игре, это же такая вот херня непонятная. Этим я дал, блин, сраться. Ага, теперь вот. Вот это вот непонятное хуй, что-то там. Тебя жопу порву, сука. Куда ты съебалась? Стоять! Ух, ёб, твою мать. Знаешь что, у меня миниган есть, вот что. Да ты не бежишь. Любом поганце рассчитываю, что меня, блин, живьем возьмут и мне в жопу трахать хером. Ну все, короче. Можно попробовать еще вот этих перестрелять. Но нет, уже и так победа. Даже что-то грузилось, блин, пиздец. Что этот Фрапс делает с играми, вообще непонятно. Когда я проходил без Фрапса, все летало просто, ну, с такой скоростью, что страшно представить. А тут, тут даже термоэнергию, что-то термоэнергию, игровое время 29 минут, так долго, кошмар, следующее задание. Посмотрим, что там будет. Пока есть время, поснимаю. Держи, хотя бы. Вон там. Ого, выглядит паршиво. Он сохранился лучше, чем я ожидала. Двигатель сдох. Нам придется его заменить, иначе мы не сможем запустить трейлер. Все в свое время. Сейчас надо двигать отсюда. Юрий! КПК. Что-нибудь интересное? Минутку. Сначала надо взломать пароль. Ну, это как всегда. Получается. И сейчас по-любому, наверное, пароль тебе сразу не сломается. Ну, навык. Кошмар, Кэпа. Юрий! Нет, ничего. Ладно, пробуй живее. Там может найти. Да, кстати, у этого чувака Юрий есть сиськи. Если присмотреться, то увидится. Они маленькие, но есть. Ну, припадочный, блин. Врубился, лежит на полу, слюни пускает. Гармонизатор. Это часть твоей жизни. Гармонизатор не будет работать без термоэнергии. Когда энергия на исходе, ты почувствуешь жгучую боль во всем теле.
Если ничего не предпринять, это подействует на мозг, и тогда... Куртка у нашего батька была крутая, и шапка что? Тоже. Вообще прям это, понтовая. И типа как бы у него с глазом что-то. И поэтому он так челочку отрастил и на глаз зачесывал, чтобы, блин, наверное, повязку не носить. Чтобы его себе одноглазым Джонни звали. Опять история повторилась, да отлично. Что, как вас не происходит? Объясни. Этот источник термоэнергии только на крайний случай. Куда он делся? Я отдал его Вейну. Юрий, кто этот парень? Кстати, у них стол похож на огромный КПК. Ты что-то скрывал с того самого момента, как мы его спасли. Может, это и есть огромный КПК. Но теперь ты мне расскажешь. Все. Если бы ты узнал, это могло бы создать раскол между вами. Он а импульсивный, теперь это уже целая пропасть. Да. Как я могу доверять тому, кого не знаю? Сестра. О. Вообще непонятные. Блин, полудурки какие-то. Что, чувак, с сиськами? Как там дела с КПК? О, нормально. Все готово. Мы обновили карту, взгляни. Отлично. Отлично. Угу. И что тут? Все сразу уставились в карту. Ай. Задание номер 3. Цель задания — найти источник термоэнергии в сердце снежной равнины. Будьте бдительны. По слухам, в этих местах множество акридов. Место снежной равнины, прочие мелкие акриды зачастую выдают местонахождение более крупных акридов. Ну, все ли бы так гладко было. Нам нужно топливо для трейлера, так что поищи там, а я пока повожу с двигателем. Одно из самых дерьмовых миссий в игре. Миссия вообще я на я... И идиотическая просто. Проходить ее очень стрёмно. Как ты из этой пушки с рук стреляешь? Блин? Тудух, разлетелось все нахер. Еще даже прыгает. Причем с места прыгает на метр полтора, наверное, точно. Давай! Зав! Надо было попозже перезаряжаться, потому что нервы надо бросать. А, залп! Так, что там? Ай, больно. Залп! В итоге ни ту не завалил. Не достает. Ну, он же достает. Не пойду я так далеко за этой энергией. Глиста что-то там. Как уже. Типа понимаешь. Говна херня, вот меня, блин, долбит. Ребят, да, кстати, если знаете хорошие программы для записи игр, посоветуйте, но если не впаду. Вот. Короче, сейчас будем заниматься тем, что будем гоняться от огромного гигантского глиста. Инициализация. Класс, мы его сбили. Источником тепла может оказаться термоустановка. Ты что-нибудь видишь? Сейчас появится огромный глист, сломает там эту херню. Потрясающе! Классно! Что там? Херня делал? Нам, короче, надо... Сколько я понял, вообще вон туда. Нахер нам туда надо, никто мне адекватно не скажет. Кстати, сейчас рискуем, что нас он просто проглотит. Да, это говно, либо так делать. Еще оно пуляется какими-то непонятными долбочета там. Хорошо, что мы взяли этот
конечно, патроны, что мы рискуем замерзнуть. Так хотя бы будем колоть из этих уродов и собирать какую-то херню. Ай-яй-яй, я вот это вот зря я сделал. Давай, поднимай, блин. Кстати, что очень радует, в игре можно убить абсолютно, по-моему, любого вот этого жука Крида. Вот это вот реально радует. Потому что это вот меня напрягает, понимаете, вот. Так вот. Беги, бля. Давай, вылази. Ух ты, ёбан, это... Давай, шевели буквы. Кстати, за нами вон какие следы остаются. Прям вообще. Шпарим по... Да хватит жрать снег. Ай-яй-яй, не вовремя, не вовремя, не вовремя. Желательно попадать вон в те желтые хернюшки, но это довольно-таки сложно. Ладно, сейчас выпалю у него последний заряд, и будет более понятно. Блин, вот бы он сейчас был вылетел туда. Вот это мы сейчас так вылетим. А, еще добавку промахнулся. Давай быстрее. Абсолютно скучнейшая миссия. Я вообще думал, что мы будем гонять на вот этих снежных там хироскутерах, снегоходах. Снегоходом его не назовешь. В общем, это байда на реактивной тяге. В общем, гонять на этой штуке от этой херни. И все. Короче, нервничаю. Вот нам нужно вон туда, мы почти добрались. Там, как всегда, будет головарь. Босс! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Странно, с него кровище даже льется. Ну, ладно, хер с ним, бьется, бьется. Главное добраться до того местечка. Все. Че, я думал, он вообще разобьет этот гребаный пак в куски. Он со второго выстрела разбил. Ай, прям по башке здесь прям в голову воткнулся. И куда же нам идти? Сейчас будет один, еще один из идиотских роликов. Вон, видели, там в эту гребаную летающую херню сейчас пристрелю каким-то вообще чудом-чудом. Вон автохелп как работает. Вот сейчас, да здравствует новый непонятный ролик. Да. Что слышал-то? Тут что-то горит уже, что-то все поломанное. Видать, кого-то задницу надрали. Похоже, снежные пираты. Кто же еще мог это сделать? Я обосрался. Кстати, неплохая техника. В чем дело?
Такое ощущение, как будто, блин, в игре, кроме как снежных пиратов и Невока, вообще больше никого нет. Где обычные колонисты-то? Их надо избегать любой ценой. Пригнись. Нет, я хочу подобраться чуть ближе. Что-то мне все это не Еще не ниже пригнись. Ляг в снег, закопайся. Тебе тут не место. Хочешь стать таким, как они? Вот баба на розовом гламурном БМе. С росписями со всякими. Уходи, пока я еще в добром настроении. Вейн, будь осторожен. Я пришел кое-что получить и никуда не уйду. Тогда ты умрешь. Вообще, вот и суровый бабища. Да, но наш герой вообще не пальцем деланный, и от минигана убежать это без проблем, да и от плазменной пушки. Ну все, а теперь у нас есть БМ, есть босс. Нужно босса этого порвать. Давай, залази. Залази. Если босс не помог. Блин, половину жизни уже выше познать. Ой, я сейчас выйти из сюжета. Говорю, боссы здесь интересные. Игру играть можно чисто только ради босса, потому что тут начинается такой экшен, что прям ай-яй-яй, срезало нас. Курица, блин. Ну ладно, мы тебя надерём все равно. Ёпта мать. Лазим. Чё так мало? Да, что-то вообще там. Ай-яй-яй, похоже, на нас сейчас завалят. Да, еще с такой поддержкой-то. Ну ладно, сейчас мы отомстим за себя.